Композ болмағанда, но... Работавшие над фильмом «Музбалак» говорят, что казахоязычная аудитория не может посмотреть их картину в удобное время. Авторы переживают, что массовый зритель не увидит фильм. Көрермендер түтөбізге шықты, хабарласты. Сколько уже зрителей вышло на нас напрямую. Говорят, что ходили. На казахском убрали с проката. Только в 10:20 утра и в 12 часов. После обеда на казахском языке есть, но в кинотеатрах на окраине города. Почему? Есть организация против языка? Кто-то сверху нас это контролирует? Фильм сделан на государственные деньги, на деньги из кармана людей. Мы думаем, что эти люди должны посмотреть. Над мультфильмом о дружбе человека и птицы работали 2 года. Это картина о традициях охоты с ловчими птицами в степи. Фильм создавали на казахском языке, затем сделали дубляж на русский. В алматинских кинотеатрах «Музбалак» показывают в основном на русском. На 2 языках. Русском и казахском языках. Но, к сожалению, почему-то на русском посещаемость больше. А мультфильмы показывают утром, в обед и после обеда. Как положено, чтобы дети вечером не ходили. «Музбалак» же это мультфильм. Представитель киностудии «Казахфильм», где создан «Музбалак», считает неправильным то, что картину убрали с показов в прайм-тайм. Говорит, что зарубежные мультфильмы показывают на вечерних сеансах. Мало показов на казахском языке ограничивает права аудиторию, считают в «Казахфильме». Кинопрокатшылар, олар әдеттегі сәрекетпенен сол орыс тіліне басымдық беріп отырады. Мы видим, что кинопрокатчики отдают приоритет русскому языку. К нам обращаются казахскоязычные зрители. Мы считаем, что этот вопрос решается только через закон. Мы считаем, что вопрос будет решен, если вопрос широкого проката фильмов с национальным статусом будет одобрен законодательно. Вопросы проката фильмов на казахском языке нередко поднимаются в Казахстане. Прокатчики объясняют, что ориентируются на спрос на рынке. Некоторые эксперты в сфере кино говорят, что продукция на казахском языке нуждается в поддержке.